Не то, другое говорят. Вот это? Мне кажется, это прикольно будет. Мы в России. Мы с пацанами заметили этот факт довольно давно. А еще мы считаем, что в ней, в России, помимо очевидных проблем, есть вещи, которые вызывают у нас радость. Именно поэтому мы наконец созрели для того, чтобы мои снять кореша, выпуск, который будет называться «Россия. Заебись». В нем мы проедемся по самым заебистым местам нашей необъятной родины, а сделаем мы это с помощью самого российского средства передвижения. Вперед! Блин, и что это колбаса? Реально поедет? Серег, катался хоть раз на такой? Блин, реально поезд! Поезд. Заебись. Так, Серег, стоять. Чур я наверх. Блин. Здравствуйте. С вами программа «Кто хочет стать миллионером?» И я ее ведущий Дмитрий Дзебров. Сегодня... Бля, вот этот ведущий, короче. Я вам рассказывал, когда мы ходили на предпоказ «Сияние» второй части. Я не помню, как она называлась. Этот, блядь, Чиз В. Все стоят в очереди, а этот такой идет вне очереди и говорит: «Вы знаете, кто я такой? Пустите меня». Ему говорят: «Нет, идите в очередь». Он говорит: «Я сейчас позвоню, куда надо, блядь». С нами играет. Позвонит в первый канал. Такое, блядь, про вас, нахуй, запишут ролик. В мужском, женском, блядь. Звезда новой социальной сети TikTok. Звонок другу, блять. Я сейчас другу позвоню. Даня Милохин. Не похож. И первый вопрос. Больше на Тимати похож. 100 рублей. Сколько часов? Извините, простите меня. Я пренебрег вашим вниманием и использовал сквернословие в своей речи. Такого отныне не повторится. В сутках. 365, Б, 12, С, 7, Д, 24. Это ужас. Я не должен позволять себе такого. Такого распоясанья. Вообще, вот там, то, что касается таких вот, типа, там, числа, там, сутки, часы, вот это вообще не мое. Я не знаю, я сдаюсь. Как это сдаетесь? Вы что, действительно не знаете, сколько часов в сутках? Как же нет? Блин, зачем мне это знать? Как зачем? Хотя бы, чтобы выиграть в нашей программе и стать миллионером. А, так я уже... Что уже? Миллионер? И ничего не знаю. Нахуй я учился в институте? Что-то меня... Настя, Настя. Дорогие друзья, всем привет. С вами «Орел и Решка», перезагрузка. И сегодня мы в какой-то стране, в каком-то городе. Возможно, даже не в первый раз. Да-да, жду не дождусь попробовать какую-нибудь еду, посмотреть какие-нибудь достопримечательности, ну, и вообще поделать что-нибудь такое, там, ну, интересное, там, типа местное. Сейчас мы узнаем, кому будет интересно, а кто... А кто Птушкин? Давай уже, подкидывай, а то я тебя сейчас подкину. «Орел». «Решка». Шикарно. Блин. Настюшка, опасность, как всегда, на люксе. А Птушкин, Петушкин в печали и грусти. Ну что, золотая карта моя, а ты глотай пыль. Аривидерчи, Петушкин.
Ну что ж, $100 так $100. А, только, ребят, можно мне их не наличкой, а на мою карту Тинькофф? Какую? Так, поэтому мы скипаем эту хуйню. Через пиво. Да, блядь. Банкомата деньги, мне банк карточку заблокировал. Вот видите, что бывает. А вот так вот у нас такого не бывает. Шиммер, шиммер, в ваших ушах. Шиммер, шиммер, и мы дымим. А это кто? Русский дрил на сцене. Early gang shit. Пацаны, мы убьем этот... Мы убьем эти сцены. Всем удачи. Не понял, кто это был. Серег, хватай яичко. Ты, конечно, правильно меня понял. О, а вот и наш попутчик. Дорога дальняя, располагайтесь, будем знакомиться. Ну, привет. Здрасте. Часто ездишь в поезде? Каждый месяц. Куда? Во Владимир. Боже. К матери. Скажи, поезда заебись? Ну, не знаю. Как бы, ну, вообще, если посмотреть, ну, тогда, как бы, сейчас-то, ну, сейчас будет шутка про «я нарежу». Как? Расскажи свою самую сумасшедшую историю, связанную Жалко. С поездом. Ну, один раз тоже еду к матери во Владимир и это, ну, решил поспать. Ну, лег. На Сосане кто-нибудь катался? Ну и... На Сосане. Короче, рассказываю лайфхак. На Сосан садитесь, Москва-Питер. Покупаете вообще мега-эконом. Мега-мега-эконом. И в первую же минуту съебываетесь в ресторан-вагон. Заказываете какой-то салатик. И просто, сука, весь путь сидите, блядь, в поезде-ресторане. Проспал, так. Короче. И проводница меня будет. Я вообще в панике прям, ну, собираю вещи там свои, хватаю. Нахуя я так сказал? Теперь я не сяду. Успеваю прям да. выскочить в последний. И что и? Ты садишься на комфортные кресла, чел. Что и? Ты купил мега-эконом, перед тобой вот столько места. Ты такой сидишь, думаешь, блять, куда бы коленки деть? Не момент из вагона. Блин, рок-н-ролл! Серега, я че тебе говорил, что судьбы обычных российских людей не менее интересны, чем судьбы звезд, а ты спорил? Чумовой же мужик! Олег, заебись! Блять, Соловьев кис! Мразь. Я приветствую наших юных зрителей. В эфире Соловьев кис. Правда, для самых маленьких. Сегодня хотел поговорить с вами о таких важных вещах, как послушание, уважение и беспрекословное выполнение всего, что говорит вам воспитатель. Чуваки, он даже микрофон Шур достал, вы представляете? Это вообще имба. В детском саду. Помню, когда я пошел в детский сад, я быстро смекнул, что если поддерживать воспитателя, то можно добиться определенных успехов. Я решил проявить инициативу и стал каждое утро перед завтраком вставать на стул и громко, с выражением рассказывать, какой наш воспитатель замечательный, какие ужасные воспитатели в других детских садах, и как плохо было бы нам, приди в наш сад другой воспитатель. А тех, кто говорил про нашего воспитателя гадости, я вообще не считал за детей. Еще хотел рассказать историю, как как-то раз сел на детскую пирамидку.
Но это не в детском саду было, это вот позавчера. Большое вам спасибо, мистер Трах, и эти аплодисменты... Песков! Саш, все в порядке, мы продолжаем? Да-да. Тогда поехали дальше! Кремлин Рашен. Ну, давайте, Дмитрий Сергеевич, не тяните. Тяните! Запотевшее забрало. В шлеме ОМОНовца вслепую пнуть одного из граждан, мешающих вам пройти. Прохожие наши проходят! Вот такие у нас прохожие. Проходите, прохожие, приходите, прихожие! Ну, вы, конечно, придумали. И это вы еще комментарий не читали? Юлия Навальная. Комментарий Юля Ждуля. Ну, Дмитрий Сергеевич, пишем или пинаем? Было сейчас охуеть, ребятки, как напряжно. Перебор. Я такое, конечно же, писать не буду и пинать никого не стану. Как не станете? Подождите, у меня... Я не совсем понимаю. Володя, не суетись, я знаю, как мы поступим. Дмитрий Сергеевич, не беспокойтесь, я все сделаю за вас. Ведь это комедия, а я ее искусный мастер. Так, чтобы из этого выбрать все такое вкусненькое, такое сладенькое, замечательное. О, придумал. Кажется, я пойду ва-банк, сделаю и то, и другое. Ну, перебор что-то, да? Рассказываю по горячим следам. Хотел завалить себе бич-пакет. Что-то в Дудя много. Но не успел вовремя закрутить крантик. В итоге рукам не заебись. А мы как раз подъезжаем к Берендеево. Там будет большая остановка, и мы успеем окунуться в местный колорит. Не, ну красота же! О! Почем рыбонька? Бобло 200, таранька 350. А дадите тараньку попробовать? Попробуйте. Сереги, зацените, вам возьму, чтобы больше вас не путать. Блять. Блин, да как так-то? А где Юрец? Не знаю. Нихуя себе, что это за камера? Ебаста ямба лютая прям вылезает. Охуеть, объектив. Где Юрец? Не знаю. Блять. Такой вопрос. Его же потом подобрали или как? Или он просто на скорости сел? Нет, там остался. Ну ладно. Не, ну с Песковым вообще имба. Прям я что-то выпал в голос.